Он не помнит, вот этот момент он не помнит, потому что это происходило, во-первых, у него был химический ожог, это он, его только-только привезли, и его же, у него же был химический ожог и лица, и глаз, он вообще там вел себя так, что он там от боли не знал, куда деваться. Вот. И поэтому он и стонал, и ходил, там же на видео видно, что он и корчится от боли, и все. А вот какой-то момент, то ли они спровоцировали там что, то ли они ударили его, то ли что, но нос-то у него был побитый, там от той боли у него был весь синий нос. Даже перелом думали врачи, что у него перелом носа. Мы обращались по этому поводу вначале в милицию. Нам они ответили, что зависли компьютеры. И второе, мы в собственную безопасность обращались. И нам сказали то же самое.